Смотреть очередные серии украинского сериала «Кольцо с рубином» вы сможете со 2 мая. И в них вы узнаете о том, как Яна поражена тем, что мама до сих пор знала и молчала о преступлении Ани. Распространяется скандал после публикации видео с Аней. Аня заказывает убийство Яны и Андрея. Потом она понимает, что без принятия Яны в том, что это залили видео в интернет, не сможет выпутаться, отменяет убийство. Ольга решительно настроена рассказать правду о подмене дочерей и взять всю вину на себя. Но Яна не дает матери этого сделать.